Антисанитария и просрочка в торговых точках Могилевской области. Пинск затопило ливнем. Жуткая авария под Минском. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и поддержите наш канал донатом. Прокуратура проверила более 170 сельских магазинов Могилевской области и выявила множество нарушений. Самые распространенные из них – антисанитария, несоблюдение условий хранения и реализации продовольственных товаров, а также просрочка. Выяснилось, что продавцы многих торговых объектов не имели специальной одежды и работали, не пройдя медицинского осмотра. Не везде соблюдалось трудовое законодательство при оформлении работников и предоставлении отпусков. В двух торговых точках отсутствовали книги замечаний и предложений. Многочисленные нарушения были зафиксированы на скотобойнях потребительской кооперации, а также в деятельности рынков. В 40 торговых объектах Бобруйска, Белынического, Климовического, Кировского и других районов области в продаже отсутствовали товары, обязательные для ассортимента магазинов. Однако серьезных наказаний по итогам прокурорской проверки не последовало. 54 работника привлекли к дисциплинарной ответственности, а магазины-нарушители по-прежнему продолжают торговать. Что и неудивительно, ведь их мало, а альтернативы им в деревнях и селах могут быть только автолавки. В Гомельской женской колонии номер 4 объявили тендер на закупку кондиционеров. Они предназначены для начальника отдела технического контроля и магазина колонии на улице Антошкина, где продают изделия, которые выпустили в колонии. Исправительное учреждение до середины августа собирается потратить на кондиционеры и их установку 8 тысяч рублей. При этом, по данным правозащитников, женщины, отбывающие наказание в колонии, в том числе и полиция, заключенные постоянно жалуются на невыносимые условия из-за жары в отрядах и цехах. В июле, когда температура воздуха в Гомеле прогревалась до 34 градусов по Цельсию, стены и воздух раскалялись до такой степени, что женщинам нечем было дышать, и они впадали в полуобморочное состояние. Работа днем стала настолько невыносимой, что администрация колонии около 2 недель назад временно изменила график работы промзоны. Отбой вместо 10 вечера перенесли на час позже, а лишний час осужденным разрешили поспать днем. В Дзержинском районе на трассе столкнулись две легковушки, в результате чего пострадали 8 человек. По данным Следственного комитета, все они находились в автомобиле Audi. Из них пятеро – это дети в возрасте от 1,5 до 16 лет. Авария случилась из-за того, что водитель не предоставил преимущество Ниссану, который двигался по главной дороге. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали в Минскую областную клиническую больницу. Один из них находится в реанимации. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются. На улице Солы в пригороде Гродно коммунальщики так отремонтировали участок дороги в год качества, что исправлять их работу пришлось жителям района. Дело в том, что размытую часть дороги подсыпали и укрепили строительным мусором. И чтобы не пробить колеса автомобилей, горожане вынуждены были целый день собирать и убирать арматуру. Жители пожаловались на проблему местному депутату, и он признал, что лучше бы такой ремонт вообще не делали. По его словам, коммунальщики пообещали исправить оплошность. Отметим, что в соседнем микрорайоне жители также просят отремонтировать дороги. А еще хотят видеть новые детские площадки, торговый центр и велосипедные дорожки. При этом они жалуются и на работу ливневых и канализационных систем. Но судя по тому, как была отремонтирована в кавычках дорога на улице Солы, ждать им решения проблем придется очень долго. В интернете белорусам предлагают инвестировать в жодинское предприятие «БелАЗ», обещая 20 тысяч рублей дохода ежемесячно. На появившемся недавно сайте желающих заработать просят указать свои данные в специальной форме, а для достоверности даже выложили скан якобы выданной лицензии от Министерства финансов на право заниматься профессиональной и биржевой деятельностью по ценным бумагам. Однако в официальном телеграм-канале завода предлагают
предупредили, что сайт, который предлагает делать инвестиции, фейковый, а такие объявления – дело рук мошенников, и попросили не поддаваться на уловки. А чтобы не стать жертвой аферистов, порекомендовали не переходить по ссылкам на подобные сайты и не сообщать свои персональные данные. Жительница Солигорска пришла к 80-летнему отцу, который стал ей жаловаться на неприятный запах от собаки и постоянную грязь в квартире. Тогда дочь схватила животное и выбросила из окна 9-го этажа. Свидетелями зверского обращения с собакой стали альпинисты, которые занимались монтажными работами на фасаде дома. Шокированные увиденным, рабочие позвонили в милицию. Однако еще до приезда оперативной группы женщина спустилась на улицу, забрала погибшую собаку и ушла. Прибывшие на место вызова правоохранители подозреваемую быстро установили и задержали. Женщина показала, куда выбросила тело пса. Свой жестокий поступок она объяснила эмоциями, выпитым накануне алкоголем и жалобами отца на питомца. Теперь солигорчанку ждет разбирательство по уголовному делу о жестоком обращении с животными. Ливень затопил улицы и дворы восточной части Пинска. Причем любопытно, что в другой части города дождя вообще не было. Осадки, которые сопровождались грозой и порывистым ветром, были очень интенсивными, лило как из ведра около часа. Дороги и дворовые территории мгновенно покрылись водой из-за медленной скорости водителей, которые боялись повредить автомобили, оказались заблокированными проезды. После окончания ливня вода постепенно начала сходить, однако сорванная ветром листва попала в дождеприемники. Проблемой занимались коммунальщики, которые чистили стоки и откачивали воду. Сообщений от жильцов о фактах протекания кровли пока не поступало. Борисовчанка уже 2 года не может добиться от коммунальщиков установки во дворе уличной сушилки для белья. Этой проблеме она посвятила видео в своем ТикТок. Женщина рассказала, что в квартире сыро, поэтому белье приходится сушить во дворе, а старую сушилку сломал бульдозер во время замены труб. Борисовчанка иронично предположила, что для ее установки нужна геологическая разведка и проект на $5000. Женщина несколько раз обращалась с жалобой в унитарное предприятие «Жилье» и сохранила всю переписку. В полученных ответах одни отписки и обещания. Коммунальщики оправдываются тем, что сильно заняты. А сейчас появилась новая проблема – некошенная трава. Из-за этого в микрорайоне расплодились ядовитые змеи. И теперь, чтобы вынести и поставить во дворе домашнюю раскладную сушилку, нужно смотреть под ноги, чтобы ненароком не наступить на гадюку. В Беларуси нашли кусочек Исландии, где из-под земли бьют небольшие гейзеры. Находится это место в деревне Ясенец Барановичского района. В народе его называют кипяток. О необычном источнике рассказал один из пользователей TikTok, снявший кристально чистые гейзеры на видео. Оказалось, что бьющая в роднике вода не горячая, а холодная. Ее температура на протяжении всего времени года держится в пределах 6-9 градусов. Вода в источнике пригодна для употребления, однако пить ее постоянно не рекомендуют. Хоть она и чистая, есть превышение по железу и меди. А из-за металлов в рыжий цвет окрасились берега и камни. Поэтому употреблять воду на постоянной основе не рекомендуют. В роднике можно купаться, но небольшая глубина позволяет лишь полежать там. Добавим, что кипяток с 2010 года внесли в список гидрологических памятников природы. И это все на сегодня. Ставь лайк этому видео, обязательно пиши комментарий и поддержи работу нашей команды донатом. Только делать это можно, если вы находитесь за пределами страны. До встречи и живи Беларусь!